Почему так сложно, блядь, на второй фазе вам выжить? Вы в огне просто умираете. На второй фазе первая. Всегда так, там не хватает постоянно хила, сокры, чего-то такого. Ну, она первая, люди умирают, тоже, блядь, пацаны. Не должно быть так. Все, ждем, пока умрет кебаб, и будем его душить. Ну, я-то на четвертый умер, и то, опять же, не прохилили. Спел, ты нажимаешь с очень большой задержкой, как я анонша. Я же анонша в тайминге, а ты нажимаешь секунд через 10. Так нет, у меня ж не в реплее дело, а в этом. Типа, у меня ж в рейдфреймах отображается на ком сокра. Да я понимаю, я в целом вижу, когда она появляется хоть на ком-то. Может, я просто я дохожу с задержкой. Даже не виделся, я это говорил. Так, ладно, давайте, у нас last try. Ради сколка? Надо. Сколки падают, да. Потому что, ну реально, в прошлый раз мы убивали обычку, вообще осколков не было. Вот, ты сам видишь, сколько смертей, блядь, бестолковых. СС откатились? Да, я уже не еще кубов, раз, кому? Огурцы кубов. Ткните. Кто кому дал СС? На ком я сейчас СС? Я не добавился в игру. На идеале. Так, давай дрыщ спеллбаунда, тэнков, карася. Кару кубов у вас сколько? Я идеально дал. Он просто рядом стоит. А мягко ты кому дал? У меня КД, я во время пола кидал. Окей. Давал возможность плэбаунту лишний раз подохнуть. Все готовы. Давайте ТБМ. 5, 4, 3. О, муточка для убийства босса. 1. Времени до самоуничтожения начат. Самоуничтожение области. Приготовились. Побежали. Дистанцию сразу набрали. 6 метров. Быстро друг от друга разбежались. Шоковый. Побежали. Дистанцию набрали? Да он не держи его здесь. Сейчас пропадут мины. Да ты нас зажимаешь. Дистанцию держим? Милики с минами сейчас, осторожно. Стопнули ДПС. Я разминировал. Отбежали. Добиваем. Квадрат тебе стакнулись? Все в стенку, прям в стенку. Первая фаза. Освоили, да? Да, освоили. Маленькие победы, но победы. Где купол, Донт, осуждаю. Вот он. Одна секунда, так. Вышли. О. Это было плохо, ребята, хуёво выбежали. Было больно. Могли лучше. Да пофиг, пускай ставят и хотят. Главное, чтобы вовремя подошли к квадрату. Побежали. 8
8 секунд, что ли? Там... Мне показалось, или сверху показывает, где будет этот огонь? Нет, там не забрал камеру вверх. По кругу растянулись. Берегитесь. Отбежали от входа, от квадрата. К кнопке ближе. Геру дали? Отбежали оттуда шипешники наши оба. Бутер, ГГ-снип. Массакра, массакра. Бутер, гимн на ХП. Отбежали от обстрела. К квадрату идем. Идем против часовой. Давайте стакнулись в квадрат, глубже. Прям под стенку. Дайте купол, донт. Как ну. Будет купол у нас? ДК? Нет, нет, купол, не будет, дай? Не будет. Побежали. Вот сюда вот стакнулись сейчас, кучненько, кучненько. Вот здесь будем принимать огонь. Never, Never, где на где на полы? В квадрат стакнулись? Ой, в печеньку. Чё это я? Дон, иди, иди, иди сюда. Да я иду. Он же стреляет, кастует. Сова, брат, иди к нам. Пламя два. Пламя два вышли. Нали. Давайте сюда, сюда, сюда. Переходим дальше. Вот сюда, вот на вход. Забиваемся. Ну все зашли сюда, печеньку. Посмотрели вокруг, где печенька? Сова, иди сюда. Так он не достаем, да, босс? Два. Побежали. Давайте сюда забьемся. Огонь сейчас нам закроет, все. Все, 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 сейчас, 3 секунды, стоим и лутаемся, здесь огонь. Я сейчас сгорите в нем. Хорош. Отлично. Все, дистанцию набрали сейчас по кругу, вот от крестика до квадрата, и возле кнопки стоим по максимуму. Сейчас туда в сторону кнопки, скорее всего, полетит бомба, но смотрите, куда бомба полетит, сейчас, внимательно. Сейчас огонь сначала кинется. А, или да, начал... кучканулись, кучканулись. Назад отшли под стенки, под стенки, под стенки, под стенки. 3 секунды огонь. Все, разбежались. Дистанцию набрали. Ледяная бомба, не вижу. Донт? Я тоже пока. Она да, возле кнопки, возле отбежались, кнопки. Отбежались. Да. Массакру, массакру, слоубаун, быстрее. Отбегает, бегайте, отбегайте. От кнопки отбежали? Питер, беги дальше, кто там? Блять, ну ебаный рот. Тихо, тихо, тихо. Все, стоп-лот. Дистанцию набрали друг от друга. Отбежали. Отошли все милики от мили, от этого, от босса. Все милики отошли от босса. Квадрат Дон, поведу, иди его по прямой. Сюда. Куда? В квадрат, окей. Да. Кассия, перебежали к кнопке. Милики со стороны кнопки стоят, кастеры со стороны... Ой, милики со стороны квадрата. Блоки расковы. Шоковые отбежали. По центру бомбы. Отбежали все по краям, по краям. Дон, веди его обратно в центр. Расков, 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 дрищ, дрищ. Найс, бомба, не видел. В ноги сыграли больше? Стрел.
Зорки играют в ноги. Голова 200. Зорки, гагаснип в ноги играем. Все, все играют в ноги, все в ноги играют. Все добиваем. Тело 100 тысяч. Ну, слушай, нормально. Не, сейчас прям вообще хороший получился. Сейчас был. Хороший трай был, да. Угу. Все, побежали дальше, нам еще Торима душного бить. А можете резнуть, надо собрать? Ой, ебать, прикольный плащ упал. По-моему, бисовый на танке, нет? Что там сейчас падает с этого? Ой, слушай, так вот, давай-ка я чекну. Там Каражан 32 есть. Не, Каражан 32 точно хуже. Ну, такое, не уверен. Не, плащ типа 150 будет, но только этот. Ну сейчас я его, возможно, соберу просто. Сейчас, секундочку. Блин, сходи, у меня пока. Собрал шестерню. Чтобы, ну, или либо роль дальше. Так, кому-то нужны перчатки? Т8 на паладин, жрец, чернокнижник или вон охотник, шаман? Так, плечо тоже порол? Да, он мне нужен. Ну так, кидай ролл. А подожди, у Войда что, мейнспек? Войда сова мейна у тебя? Так. Ну все, значит, забирай ты. Блин, труп пропал. Да, но это 150, он бисов, наверное. Да-да-да, это бисов вообще мне все равно. А потом там... Через МК и метки? Да, через МК ставим метки. А чё, сколько не упало? Бля, нахуй мы старались. Не, в целом, я кое-что понял про Мимирон. Если никто не дохнет, то он такой довольно простой, да? Да, все боссы, мне кажется, это стартап работает. Ну, я думал, только Мимирон, бля, все остальные какие-то, блядь, и так просто. Я должен слетать быстренько за маслом. Да нет, ну, Мимирон по тактике, я бы не сказал, что он прям, типа, какой-то, блядь, невероятно сложный. Но он такой, ебать. Типа, там прям супер много урона периодически влетает, и прям это неприятно. Хорошо, го зальем трэш. Быстренько, давайте. Кстати, тебе нужен пачек? Ну, Айнон, да, скайка себя пока валяма. Да я сейчас смотрю сейчас на это, на Каражан, там, блин... Да как что, он не бисовый, дайте я сам посчитаю. Бейте пока. Да, он не уверен. Ну там типа просто прикольные статы, что меткость, мастерство и куча дефа 71. А этот 71 дефа мне не нужен на самом деле. Просто смотри, 120 выносливости, уклонение, подождите, парирование. А СК какой лут? СК там, ну, СК хуже, чем вот этот вот. Дон, ПРЛ пока, я сейчас разберусь, включим. Так что, мы сейчас трэш берем. Бьем. Как и с ней возьми этого парня в МК. Надеть. Слушай, там, ну... Можно уже начинать заебать? Короче, да, этот плащ будет засор, типа, потому что он ничем не лучше Каражановского. И тогда этот, кто из вас хочет его за сотку? А ну, Войду за желтос будет, если Дон выступает. А зачем мы заходили просто? А где ты это нашел, слышишь? МК возьмите. Вобро. Что такое? Лут вот этот? Да, где ты нашел? Да это мягко нашел. Череп МК, кресты. А где вы это нашли? Снип уже сказали. Еще один МК. МК дайте. Даю, сбиваю. Так, ладно, я спекну став танка, останьтесь кто-то с Дондом, поставьте метки и побежали на фрей чистить. Раз, я с собой вытанчу.
Я понимаю, но... Не знаю. У нас место есть за стойка меликов? Ну, разберемся потом. А, ну хотя да, давай, сейчас я посмотрю по меткам сначала. Слышишь, зоркий? Шо? Где-то есть. Я Долоран за маслом слетал. Долоран, бля, ебать. Дед, ты шо? Так, тенка. Тенка один лопта, да? Ну все, поехали. Че? Печеньку бан. Не побежала, нихуя. А я думал, будем заливать просто. Я реогаюсь. Могу забанить. Не-не, просто бан кидай, да, тенка, и все. Окей, будем. Че стоим тут? Нет, это ты поставил. Да-да-да, ну потом, типа, как будет. Бля, у нас тут ни одного на пула не осталось, да? Ну тогда, короче, сейчас. В этих мобов не вливаемся, то есть просто не бьем их, стоите, ждите. Кто там начал бить? Все, бейте. Чего так долго? Долго. Вон Кубоп уже превратился в демона. Какую-то вот скульную качалочку вернулся. Ну давайте, печеньку бан. Два ну бан, ну кто в нее джагу дал? Еще раз кто-то бан дал. Так, чья это была джага желтая? Осуждаю максимально. Так ты его спулил до бана. Мне кажется, они не бежали. Ну, может быть. Они уже бежали. Да не, снимайте. Так, у нас баны дает тенку. Больше этот... Не лезьте. Там маб... ну, маба как-то спулили. На идеального. Какого? Сзади. Ну ладно, давайте убьем. Развернулись. Только аккуратно, с Фрейей. Там еще второй тип такой же. Не, бейте флоу, того оставьте, дайте мне его. Ну что вы делаете? Вы умрете. Вы умрете. Не секси. А тебе срочно выходить нужно? А как вы, ребята, добейте. Дрыщ танкуй. А как вы это сделали? Как вы меня уронили? Я что-то пропустил в момент. Я там общался. Сейчас раздайте, в тебя ножик воткну. Я танк, если что. Танк, пацаны, бля, у меня кап этого. Кап чего-то там. А сколько кап защиты там?
300? Бля, у меня 300. Ну, это я о своем юморе. Шутки закап. Можно уже смеяться, да? Вообще-то, смеяться нужно было раньше, дал бы ГП, а сейчас уже можете не смеяться. Чем смеяться-то? Ой, ЕП, ЕП. Шутка про 300. Никто не бейте. А, 300. Не 300, а 300. Прохилите меня, пацаны, ну что за хуйня? Идеальный, у меня сейчас закончится этот прожим. А чё по дисполу? Дрыща, дай хлопок свой. Чё это ты? Хлопок. Так? Да, чётко. Так, давайте как-то стакнемся, потому что мне не нравится, что у нас хилов один идеальный. Спелл, ты тут? Бан, печеньку. Я застрял в тиктоке. Понятно. Да я... Отходите, отходите подальше. Вообще, куда они бегут? На кого? Как вы это делаете? Блин, Дон, конечно, с таким промежутком пишет ужас. Кого я забыл, поставьте плюсик в чат. А никто еще не читал. Посмотрели в этот? Не пуляем, не пуляем. Мне нужно поднять сейчас меня по хп. Чё за сообщение, не пойму? В рейд-чате вон написано сообщение. Ну, я вижу, что такое, значит, тенка-шаманизм, что такое шаманизм. Нет, смотришь... Это я. Название это... это ник. Название печеньки своей смотришь, где там стоишь. Вот, ты в черепе стоишь. С карасем и шаманизм. Так, никто не бьет. А, это кто где стоит? А не пофиг, ну ладно. Не-не-не-не-не. Идеальный брат, вообще, ну, ноль этого. Нет, в хэме там нужно стоять четко в метках. Не знаю, никогда никакие метки не ставили, так заливали все. Да как? Ну, он там шотает с молнией, как ты его так зальешь? А, ты про Торина? Ну? Ну да. А, я думал, ты сейчас Фрейдом, зачем метки на Фрей? Да ладно, пару человек умирает, и все нормально сразу становится, все бегают, кто хотят. Чё-то мы долго сегодня, пиздец. Да, по-моему, наоборот, хорошо. По-левому. Ну, мы 2 часа, но мы собирались долго. 2,5, лучше 2,5. Но у меня одна фласка уже кончилась. Угу, у меня тоже 2-часовая кончилась. Типа мы прошлое за 2, по-моему, закрыли? Угу. Нет, прошлое, когда мы закрыли почти за 4. Ну, это вторым рейдом, ты говоришь. Второй. Первым рейдом. И мы его не закрыли даже. Твина рейдом ты имел в виду тогда? Нет, нашим мейн рейдом. А этих зачем трогать? В прошлом КД, по-моему, нет. Потому что у нас есть ханты и шаманы с собаками неадекватными. Бля, будь без собак, блядь. Я не послышал, если он сказал, выеби собак. А кто? У нас только один собачник есть, и все. Ну и нам достаточно одного. Как вы это делаете, блядь? Как вы срываете эту ерунду? У меня что-то не врублено. Да нет, все врублено. Ты кубов в 2 раза больше огрочен у тебя. Да я вижу, но это не суть. Эдефа больше.
Да у кубов просто юзает скиллы, которые агро повышают, и все. Так, никто не бьет. Попробуйте дефу. Дрыщ, я сказал, никто не бьет, ты шо? Все, поехали. Я просто говорил в это время, не услышал. Видимо. Все, погнали на Торима. Че, Дон, ты хочешь в одного танка? Ну да, места хватает. А у Бобро прикольный дракончик? Наверное. А какой у него? Закрытый. Куда идти? ПВПшно, с черепами такая. Заглада? Нет, это ЗБГ, ёпт. Нет, значит, не крутой. Заглада крутая. Не, он крутой, на самом деле. Выглядит охеренно, все говорят, но его не, я не, я не каждый взял. Он а где его взяли? А ему вроде за 100 уровень там брался. Mm-hmm. Это еще прошлый сезон, когда я был там, ну, лутал эти бабло. Так, по своим меткам встали? Дайте рыбу, пожалуйста. Так, Валк, как я понял, в Элема. О. Я в черепе, череп так недалеко. Череп самое кайфовое место. Я тоже. Нет, самое кайфовое, он Void Fury стал. А, да, тоже офигенное место. Рудонт, можно я туда из трусов пойду? А, да. Туда можно. Так, стали по своим местам. А что ты своего ника не увидел? Где кубок? Иди в трусы, кубок. Окей. Вон, мне пишут, что у тебя нет еды, кубок. Ну, это да понятно. Я по меткам говорю. Зорки, почему я тебя вижу? Где ты вообще стоишь? Ну, тут. Где тут? В Луне? В Луне. Бля, хуёво, я тебя вижу. Давай Луну сюда переставим. Там этот, открыть контроль. Так, оно встаньте. О, нормально. Дон, ты тут? Угу. Чё там, ты расставил всех, кого куда? Почему у нас в треугольнике 4, а в Луне 2? Ну да, я в Луну встану. Всё, запомнили свои метки? Дайте рыбу. Так, наверху остается все милики. Первый приз, кто пожрет, перехватите контроль. Все хилы, кроме спеллбаунда. Спеллбаунд, идешь в комнату. Дальше. Я уже пожрал. Перехватите контроль. Два приста идут в этот, в комнату. Гекоснип, возьми в МК. Гекоснип, череп в МК. Тут? Так, сверху все милики плюс два приста, бутер гагаснип, все хилы, спеллбаунд, ты один идешь в комнату, все хилы тут. Ну и что, кого нам еще Донт оставить здесь? Давай, Айна, остаешься тут, да, будешь диспеллить. Карась, Исполин, Дуат. Карась. Все, поехали. Отпускай с МК. Заливаем.
Стоп, 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 возьми ВМК, возьми, 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 возьми. Возьми ВМК, возьми, быстрее кто-то. Я чуть не завтычил. Все, отпускай, бейте. Угу. За то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? Торим, мой повелитель. Зачем еще явились сюда эти чужаки, если повелитель? Не того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Налево. Еще один повелитель. И право, еще право. Один. Звездочка. МК. Угу. Так, это один моб у нас пока в МК, да? Да. Это второй вышел. Печенька в МК. Печеньку в МК не бейте. Все. Так, пристыд, давайте вы сейчас перейдете в печеньку. Звездочку не бить. И печеньку не бить. Все четко. Прохиливайте престовец, там будет молния. Указ звездочку. Били. Не бейте звездочку, осторожно. Сам уебал. Ну я по-дружески, я так, ну. Мы дошли. Давайте. Бесстыжие выскочки! Вы решили бросить вызов мне лично? Я сокрушу... Донт, у тебя ж оба приста стоят в печеньке, правильно? Я их поставил. Да, 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 да. Мобов добили, стали по меткам своим. По меткам стали? РДД играет мобов. Печеньку не бейте. Геру. Прохильте звездочку. Почему так криво побегаете? Идеальный можешь? До кого ты стоишь бернуть? Окей, Войд, до кого ты стоишь бернуть? Ты в какой метке? Окей.
давай, Бэйр Роза. Гимноману дайте ману спеллбаунду. Исполин гимноману. Мне пизда. Не, я лаки. Массакру, дай. Крипаты, по таунте. Туда-сюда. Да, донт, хуёвая идея была в одного хила. Но убили и убили. Кто нас будет винить за это? За эту великую победу Альянса. Массрез, дайте. А, я не в бою как раз. Затмил разум моего брата и убил мою жену. Герои! Теперь вам предстоит отомстить. Все, давайте, на фрай побежали. Это будет непросто, но я готов помочь вам. Вы должны победить. Шлем, воин, охотник, шаман или разбойник, рыцарь смерти, маг, друид. Нужен кому-то? А сама-то зачем? Блин, рольни с карасем, секси. Карась рольни. Секси, передай ему. Так, шаманизм грозовой, айнан водный. Хрипатый грозовой, секси водный. Рибафните, пожалуйста, магов. Так, я не видел, все готовы? А, следующие игроки отсутствуют. Neverline, Neverline, где ты? Never? Все, пуляй дам. Дистанцию набрали? Дайте мне силы. В трех мобов сразу не вливаемся. Сначала танк ставит, потом только бьем. Помощь.
Don't. Жестко. Крипа, ты выйди с мельзоны. Крас, решифт. Случай вышли. Оставь ее чуть лишь как водичка, наверное. Не... Ну ладно, нормально стоит. В дерево сыграли. Секси бомжей. Берегитесь. Не уешим пока. Выбежали. Вы умрете. Все, добивайте этих ерунтов. Вы умрете. Так, идеально, у тебя же КД, да, БР? Да, у всех КД сейчас. Да, я вижу, я просто, может, забагнулся что-то. Так, сейчас трое появятся, Невер на пулюш, и особо в них не играйте, подождите, пока Донт их чуть-чуть поставит. И потом просто уешим. Все, не трогайте. Все, можно бить. Вы же там запомнили, кто кому кикает? Выведи, Дон. Грозового-то играли, он где-то спрятался. Дерево залег. Да можете забить на него. Да там у идеального ближайший БР. Берегитесь. Не бьем. Поехали. Переведи. Гаунт, ну мелизона в луче стоит. Я после КД сразу БР. Да, БР. Ну только так, не под луч никакой там. Понятно. Не под удар. Давайте в дерево, потом этого, в опекуна. Блин, Тон сегодня какой-то потерянный. Я сплю уже. Под следующих мобов бомжей сдаст, кого они нет, когда? Дуат, ты. Сейчас появятся мелкие, сдашь бомжей. Я же сперу, еще это. Я понимаю. Бэрю. Фу, рыбах помогу, дали? Выведет случай там. Давай, бомжай. Сила стихий.
Суза, по-моему, этот... Или ты не знаешь правил боя, или босс чичерит с тобой. Он чувствует опасных. Так, сыграем в босса. Ну и по дереву. Ставь дан тоже его к этому. Дистанцию друг от друга набрали. Отведи от Милика. Перешли. Дерево сыграли. Дерево априори. Берегитесь. Я пока не могу прочитать это заклинание. Перешли обратно. Массакру стал. Читал странно. Благодарю вас, герой. Так, побежали на везух, сотраш. Ой, осколочек. Танка шея. Да, у меня есть этот. Танка шея не очень. Окей, дрыщ, давай. Да, скорее всего, остальное будет лучше. Хотя все остальные плащи тоже с дырками, на самом деле, наверное, нет. Да он у тебя пец пулил, Агри. Спасибо, Донт. А зачем вы этих опускаете? Там и Торим, и Ходера опустили. А кто? Ну, сова Торима спустила. А кто Ходера запустил? Кто там передо мной? Пизда, спустил? Блядь. Проебали. Ладно, похуй. Рольте. Ну, если говорить, что Ходера запустили. ХМ-ку проебали. Сейчас у плащевского, у этого Скара есть там дырка у плаща. Бля, ну так хрен проебать, бля. Ну вы что гоните? А кто? Признайтесь. А ну давайте, вам ничего за это не будет. Ну разве что мои критические слова. Активируйте всех тогда еще. Да подожди, нет. Пускай сначала люди признаются, кто запустил. Чего у нас цвета такие сакуны, бля? Ничего вам за это не будет. Я ГП не дам. Да может кто-то не знал, блин, просто юзнул в этот самый. Ну вот я и спрашиваю, где? Карась, у этого, у Секси забери токен. Не, Донт, я тебе за этот плащ не 150 дал вроде, или 150. Ты посмотри. Я не помню. Да, 150, ладно, все. Давайте признавайтесь, кто разговаривал с Хадиром случайно, у кого там пинг был просто большой, и вы случайно нажали на Хадира. Да. Вроде на Хадира. Бежал там, споткнулся, Хадир помог встать, а ты его случайно отправил в бой. Донт, помоги, мне нужно вычислить врага. Конечно, после моих таких слов кое-кто признается. Нет. А, кстати, да. Кэшов спек. Так, ну давай, Зорки, ты вот этого парня контролишь. Так, мне уже призналось два человека. Осталось понять, кто из них.
Суза, ты вот этого парня контролишь, луна. Видели, он нас карась написал, что ему уходить. Да, да, да. Пускай идет. Сап пишет треугольник. Кого? Треугольник, сап, ну все, поехали. Чего там вычисляли? Спрыгивайте вниз. А да, это Кубо был, прикиньте? Кто нам проебал этого ХМ-ку йога? Что случилось? Кто-то нажал? Да, кто-то Хадира вызвал. Ну, гей, получается. Ну? А то я думал вы про это, про собаку. Кстати, оба написали, что если двое признались, то это не они. То есть, получается, это не они. Получается, так никто и не признался. Осуждаю, пацаны. А, блин, Купоп, это ты? Шо, да шо я нихуя. Видос смотрю. Не захотел йога траить. А чего там траить? Убивать? А что там траить? Я тебе помню. Не, ну ладно, типа, хотя бы осколок упадет. Бля, еще ж внизу два босса. Угу. Да ничего, ну типа, блин, сейчас только 11. Раньше мы и дольше ходили. Не, это понятно. Он уже заебал просто. Ну, еще Везекса раньше ебнул. В следующий раз будете быстрее убивать людей. Пожрать можно? Нас типа супер долго задержал Алгалон и Мимирон, могли бы побыстрее убить. Ну, еще осталось рейда минут 20, наверное. Тем более, что йог у нас обычка будет. Не ешьте особо, постарайтесь сейчас не убить тиммейтов. Я сказал, что еще полчаса. Не, Кара, мы никогда их заново не вызывали. А заново нельзя? Да, нельзя. Это если там какой-то рестарт сервера будет, причем такой, который забагается немножко. Метки поставьте. Торда до зоны будет ролить. Кебаб, тебя назначаю главным. Есть рыбка? Да, сейчас донт вам поставят. Спелл, я не знаю. Нет, 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 оставайся в хиле. Да, забывали, это было. Нет, ну одно дело не вызвать вообще, а другое дело теперь вызывать. Да, да, да. Лучше назад бегать, чем лишний раз. Так вот. Да нет, кто-то